Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня снова видео на проекте Amazing Free Play. В этом видео я покажу новое обновление, которое добавили на 1 мая. Все, кстати, с первым днем мая, потому что, пацаны, уже лето совсем близко, поэтому, пацаны, ставим лайки, подписываемся на канал. Не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гим. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Free Play. Поэтому, пацаны, не забывайте реально вводить мой промокод. Вы тем самым будете очень помогать мне. Также не забывайте подписываться на канал, потому что моя цель до лета добить 20 тысяч подписчиков. Остался, пацаны, месяц, поэтому кто смотрит меня без подписки, просто возьмите и подпишитесь на канал. Сегодня покажу, пацаны, вам обновление. Очень пиздатое. Добавили просто очень много топовых летних скинов, которые я вам сегодня покажу. И также добавили два новых бизнеса, которые уже словили, но что это за бизнесы, вы узнаете чуть позже, пацаны. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, я проснулся буквально минут 20 назад, и вышло новое обновление, в котором добавили новые скины и два новых бизнеса. Сейчас мы это все посмотрим. Реально, время сейчас у нас 8:20. Поэтому, пацаны, сейчас буду для вас видосик записывать про обновление. Я надеюсь, вам это понравится. Сейчас буду первый раз тоже здесь скины и бизнесы новые. Добавлю, получается, два новых бизнеса. Это магазин оружия. И сейчас я вам покажу, где они находятся. Получается. Но в первую очередь сейчас поедем скины, посмотрим. Так, давайте сейчас возьмем машину. В первую очередь какую-то. Давайте Ешку возьмем, на ней покатаемся. Потому что я на ней редко езжу. Я извиняюсь, пацаны, если буду там запинаться где-то. Потому что я буквально реально только проснулся. И вышло обновление, я его скачал, там оно очень много весит. Бля, вот кто тут машины бросает, пацаны? Кто из моей семьи? Не бросайте тачки, потом хер свою заберешь. Так, пацаны, вот я уже приехал в магазин одежды, и вроде бы как еще новые винилы добавили, потому что видел, там ехал чувак на Мерседесе 600, и у него такой был винил необычный. Поэтому надо будет тоже это посмотреть. Так, давайте сейчас посмотрим, пацаны, скины новые. Говорят, что много добавили. Так, вот это новый скин, я его не видел. Кстати, по-моему, скин из GTA 5, возможно. Бля, я бы себе новый скин купил бы, если честно. Ой, ебать, этот пиздатый такой. Не, скинов, пацаны, очень много. И они дешевые, типа, и пиздатые. 14 тысяч стоят. Вот еще. Не, дохуя, пацаны, скинов новых. Очень много. Я уже вижу. Чекайте, ебать, ебать, пацаны. Ебать, ебать, сколько скинов. Так, вот еще такой пацанчик. Да не, очень много новых скинов, пацаны. Очень много. Я думаю, вы сразу это можете заметить, то, что их очень много. Нереально, блядь, скины охуенные. Чекайте, вот этот пацанчик в Адидасе тоже вообще ебать. Не, походу я, блядь, себе забью шкаф нахуй новыми скинами, это 100%. Но, конечно, не сейчас, а попозже. Не, скинов много, много, реально, очень много. Вот это тоже пиздатый такой. Вот это, ебать, их много пиздатых скинов, пацаны. Ладно, если бы хуйня какая-то была, но реально много. Что у него с ногами, блядь? Что-то немножко неровные у него ноги. Вот скин, короче, как у NPC-шки, кстати. Такой тоже прикольный, мне нравится. У него еще, походу, рюкзак сзади есть. Вот этот скин я видел. Так. О, ебать, ебать, не, я вот этот скин куплю, пацаны. Это с GTA 5, вот этот чувак. Я себе его куплю, пацаны. По любасу. Не, ну реально очень много новых скинов, пацаны. Я не буду там зацикливаться на каком-то скине, но я думаю, вы сами видите, то, что их очень много. Вот такой вот еще скин есть. Короче, летние скины добавили новые. И очень пиздатые. Ебать, сколько их тут, блядь? Походу, их дохуя добавили. Не, реально скины четкие, пацаны. Очень четкие, я вам отвечаю. Так, Россия, так. Федячу у нас был. Байкер был. Вот это новый, по-моему, был. А, 2 миллиона. Вот этот чувак пиздатый, кстати. У меня, по-моему, это скин есть. А, не, вот. Бля, вот этот скин я бы себе купил. Ну, бля, он 2 милляма стоит. Как-то сильно дорого. Также, пацаны, получается, добавили новые бизнесы, это магазин оружия. Их добавили две штуки, то есть, получается, теперь на серваке три магазина оружия.
Скорее всего, это сделали для того, чтобы меньше прибыль была в магазине оружия в Южном. Тем более будет удобнее, если в каждом городе будет магазин оружия. Так вот, бизнесы получается, магазин оружия. Вот получается магазин оружия в Южном, который работает. А вот два получается новых. В Батыево и в Арзамасе. Но их вроде бы как купить нельзя пока что. Возможно, их можно будет купить на 9 мая. Хотя, стоп, его купили, прикиньте. Блять, его купили. А мне чуваки писали в ВК, что он по голосу стоит. Бля, вот чувак уже купил, короче. Томас Шелби какой-то купил. Пиздец, я тоже мог его словить. Ну как мог? У меня компания, я бы не мог его словить, но если продал бы компанию, то мог. Ну вот здесь получается цены вот такие вот есть. Ну хотя их можно менять, поэтому это не важно. Бля, ну пацаны, как-то обидно, сука. Я тоже хотел бизнес словить. Прикиньте, тупо по ГОСТу. 60 лямов, конечно, дохуя. Но его, думаю, продать можно за лямов 100-200. И ну нормально, чё. Ну и хотя я уверен, то, что эта филька не будет сильно прям большая. Мне кажется, все по-прежнему будут в Южке закупаться. Итак, пацаны, вот мы уже подъезжаем еще к одному новому бизнесу. Это тоже магазин оружия, но уже в Арзамасе. Вот возле особняка. Бля, было бы охуенно, пацаны, купить особняк, получается, и купить магазин оружия. Бля, тоже словили здесь, короче. Бля, что в Батырево словили, что здесь, прикинь. Ебать, пацанам повезло, конечно. Пиздец, тупо, блядь, пацаны бабки сделали нормальные. Хоть бы предупредили, что будут добавлять. Ну видите, здесь пацаны ГОСТка 45 лямов. Джести Винстон какой-то словил его. Ну видите, в Южном получается ГОСТка 30 лямов, в Батыриво 60, а здесь 45. Не, ну конечно, я думаю, тут финка не будет такая большая, как в Южке была. Потому что их теперь 3, поэтому финка разделится. Не, ну все равно, пацаны, охуенно то, что добавили новые бизнесы. Реально такой нежданчик. Я такой просыпаюсь, обновление. У пацанов в беседе спросил. Говорят, добавили новые бизнесы и скины. И я полетел видосик записывать. Поэтому, пацаны, вступайте в мою беседу, чтобы быть в курсе всех событий, так сказать. Слышишь, братан? А винилы новые добавили? Потому что я видел, на кабане там какой-то винил новый был. Или ты не в курсе? Понял, понял. Я просто видосик снимаю. Поэтому... Думал, винил еще добавили. Просто видел, на кабане там винил какой-то был. Да, ты в видосике. Твикс, видите, передай привет. Твикс, Путбуль, передаю тебе привет большой. Забей. Слышишь, братан, а вот это Блэк, как Блэк у них написано, как все так же сделали? Это что-то типа Это Випки, но Вивка. второго левела. За 400 рублей на месяц. Да подожди, он сейчас 300 тысяч задоним, как в тот раз. А нахуй, подожди, а зачем эта хуйня тогда вообще? Вип хел пропиши, там есть информация. По сути, от випки не сильно отличается, там вроде кроме как заполненный вообще не вижу ходить. Смысла. Ну, ну, не, мне випка как... Ты, блядь, первый раз, что ли, блядь, играешь, нахуй? Слэш, пропиши. Я забыл, слэш, нет, типа, Вадим, Вадим, нет, у меня просто випка выпала тогда еще с подарков на Новый год, а она мне попадала, а потом со всех рулеток не падала, девочка чисто. Ебал, дай мне что-нибудь. Чё тебе дать, блядь? Да вон, дай маску, маску дай. Хуя, хуем пол воевать. Не-не, нормально у вас такие отношения. Дай мне, блядь, пиздец, я в ахуе. Нихуя, а ну стой, братан, стой. Ты же тачку а что это за тормози? Стой, стой, а что это за Брэд Питт? А что занижение это добавили, Брэд Питта, чё? Это Брэд Питта тачка, Брэд Питта. Ну что там написано, прям Брэд Питт на этом. Да он заебал, блядь, ездит, выебывается, она мне дает. С этим согласна.